У каждого кандидата перед выборами своя целевая аудитория. Кто-то помогает пенсионерам, малоимущим и матерям-одиночкам. Кто-то оказывает помощь школам и больницам. В нашем городе масса проблем, которые требуют внимания кандидатов и которые решаются во время предвыборной кампании. Множество людей нуждаются в реальной помощи. И если одни кандидаты ее действительно оказывают, то другие предпочитают пиариться в местах скопления людей весьма сомнительного контингента. Как можно заметить, предвыборная кампания кандидата основана не на детях и на пожилых слоях населения, а на наливайках. Мишель Арман, Александр Нелупов, Думская ТВ.